Габриэла, просыпаемся. Сейчас завтрак проспишь. Давай сходим на завтрак. Я пойду на процедуры, а ты пойдешь в игровую комнату. Я в игровую комнату пойду, да? Да, в игровую комнату. Ты меня заберешь потом? Да, как все процедуры сделаю, сразу же тебя заберу. И пойдем гулять. Ладно, встаю. Давай, беги, зубки чисти. Я пока кроватку заправлю. Добрым утром, красота моя. Доброе утро, мамочка. В чем ты пойдешь в игровую комнату и на завтрак? Какую одежду тебе приготовить? Я еще красное платьице не надевала новогоднее. Давай я его надену. А, давай. Хорошо, я тебе приготовлю красное платье с колготочками. Беги зубки чисти. Чисти зубки, крикнешь меня, когда все. Я приду, помогу тебе умыться и спущу тебя отсюда. Хорошо. Я пошла кроватку заправлять. Заправила кроватку, приготовила наш аутфит на день. Наденем красивые новогодние платьицы, колготочки, балеточки и красивые новогодние ленточки. А здесь сережки новогодние. Сейчас покажу Габриэле, ей должно понравиться. Мама, я все. Кричит, что все, пошлите ее забирать. Пошли. Я тебе помогу. Одеваемся и бежим, а то сейчас уже на завтрак опоздаем. Габриэла, ты сегодня такая нарядная, такая новогодняя. Мама, что в этой коробочке? В этой коробочке? Смотри, какая красота. Это как раз по твой сейчас образ новогодний. Новогодние сережки, пингвинчики. Оденешь их? Да, я буду вообще вся такая новогодняя, даже сережки. Давай эти вытащим красивые. Кстати, мы у Лерочки взяли сердечки красивые. Видно, не видно, не видно. Я красивая? Очень красиво. Ну ты прям вся новогодняя такая сегодня. Красивая девочка. Все, бежим завтракать. Да, я готова. Вышли на балкончик посмотреть рассвет. Смотрите, какое сегодня солнце обещает быть. На улице 11 градусов. Но ветрено, прохладно. Обязательно пойдем гулять. Наш вид с балкона. Просто обожаем. Стоять и смотреть. И на море. Солнце, конечно, очень радует. Давно его не было. Дня два мы без солнца. Были дожди. Мы даже успеваем на завтрак. Бежим, бежим, бежим. На завтрак взяли блинчик, оладушки, колбаску. Габриэла будет чай, я кефир, фрукты и вкусненькое. Приятного аппетита! Сижу на массажном кресле, мне массируют спинку. Очень приятненько.
отлично накупалась. Пойду сдам ключик, заберу Габриэла. Просто суперский отдых. Надеюсь, Габриэле тоже сегодня все понравилось в детской комнате. Они следят, когда мы плаваем, чтобы никто не утонул. Все под контролем. Габриэла, что-то я не поняла. Я тебе уже 10 минут назад положила одежду, а ты еще так и не собралась. Ну, мам, смотри, я рыбку доразукрашивала золотую, как у нас в аквариуме плавает. Красивая какая рыбка. Ты молодец. Ну, мам, гулять-то идем, смотри, на улице солнце, красота. Сейчас дождемся, опять дождь начнется. Ты же уже знаешь, какая здесь погода. Чуть-чуть солнце, потом дождь. Ну, ладно, ладно. Вторую рыбку тогда потом разукрашу. Конечно, потом. Я еще чучело разукрасила. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, какой веселенький становится. Но надо еще подкрасить, а то что-то мало здесь красок. Мам, ты же сама сказала, идем гулять. Да, давай одевайся. Все, я уже собралась, жду только тебя. Догоняй меня. Наконец-то мы выбрались из дома. Пришли в наш любимый сквер, который находится за зимним театром. Мам, давай уточек покормим? Габи, здесь уточки не настоящие. Это просто муляж для красоты. Жалко. Уточек сходим на море покормим. Ох, куда ты забралась? Какие красивые пенечки. Садись на пенек, я тебя сфотографирую красивая. Нет, не хочу. Что ты не хочешь? Я собачку смотрю. А, собачку смотришь. Она уходит. Все, я села. Фотографируй меня быстрее. Так, сиди. Сейчас. Раз, два, три. А, какое красивое фото. Все, давай ручку аккуратно. Слезай. Прыгай. Прыг, скок. Прыг, скок. Молодец. Хочу с цветочками сфотографироваться. Какие красивые. Ну, давай, вставай на цветочков. Готовы? Смотри на цветочки, я тебя буду фоткать. Я набегалась на пенечков. Пошли дальше гулять. Держись, не ёрзай. Сейчас будет красивая фотка. Давай быстрее, я хочу на озеро посмотреть. Давай, раз, два, три. Мам, можно я побегаю вокруг озера? Хорошо, я буду на лавочке сидеть. Иди побегай. Пока Габриэла гоняется по этому чудесному скверику, я посижу на лавочке. Сегодня тепло, но даже раздетый просто... Так здорово гулять. Даже не представляю, что через несколько дней вернемся в минус, в снег, и это закончится. Но все равно я благодарна даже за эти 2 недели, что я побывала в Сочи. Просто великолепный город, великолепная природа. Главное – тепло. Ветер дует, и уточки как будто живые плавают. Так здорово. Габи не верит, что это не живые утки. Ой, мам, я набегалась, насмотрелась, нагулялась. Я так устала. Пошли давай, хватит сидеть. Раз ты устала, посиди тоже на лавочке. Нет, пошли в другое место сходим. Ну, раз нагулялась, пошли в другое место сходим. Сказку какую-то рассказывать. Не хочешь послушать? Я ничего не понимаю, что он говорит. Ну да, здесь надо не отвлекаться, а слушать. Ладно. Побежали дальше, погуляем. Мам, смотри, какую необычную шишку я нашла. Ух ты, классная. От какого-то экзотического растения, наверное.
Давай я ее брошу в озеро. Не надо шишку бросать в озеро. Возьми с собой, поиграешь еще. Мам, смотри, здесь столько забавных фигурок. Да, классные железные фигурки такие. О, смотрите, это что? На совенка похож. А может и галчонок. Какая-то лошадка с собачкой. Ах ты, наряжает елку. А мы с тобой не наряжали в этом году елку. Ну, у нас все впереди, Габриэла. Смотрите, какие красивые игрушки. Ух ты, какие большие шары. Не то, что на нашей елке. Ну, у нас же маленькая елочка. А здесь смотри, какая огромная елка. Это специальная машина для наряжения елки? Ну да, конечно, специальная машина. Как без машины-то? На такую высоту залезешь. Вот наряжает. Мне здесь нравится. О, мне тоже нравится Габриэла. Класс. Ой, какие смешные собачки. Это Баффи. Ну да, похож на Баффи. Такой же длинный. Ну, я думаю, что это, наверное, такса. Ух ты, а там какое чудовище. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Я не хочу уезжать, здесь очень красиво. Ну, Габриэла, путевка заканчивается, все равно когда-то придется уехать. Приедем как-нибудь еще раз сюда. Сфотографируй меня с совушками. Ну, давай, сфотографируем. Да. Класс. Где ты будешь стоять? Или сидеть? Давай, вперед. Мам, помоги мне. Я никак не могу залезть. Давай, посажу. Вот здесь будешь сидеть? Под крылышком? Да, мне нравится. Фотографируй. Так, давай. Раз, два, три. Ой, красивый как. А еще я хочу с деньгами сфотографироваться. Давай, слезай. Давай аккуратненько. Ручку давай. Слазим аккуратно. Прыгай. О! Прыг-скок. Ух ты, сколько денег. Да уж, немало. Нам бы с тобой столько. Не помешало бы. Мам, мне жарко в этой шапке. Ты взяла полегче? Давай мне другую шапку, я вспотела. Ой, хорошо взяла коричневую. Сейчас переодену. Где она у нас здесь? Вот. Давай оденем коричневую шапку. Действительно жарко. Мать сама одела кофту, а ребенка закутала. Так хорошо, не холодно? Да, это хорошо. Давай еще пофоткаемся, где тебе понравится, и побежим. Потому что время уже к обеду. У нас полчаса осталось до обеда. Мам, я как принцесса, лечу на драконе. У-ху! Ты, главное, держись крепче, Габриэла. Не упади с дракона. Вот это да. Дракон охраняет золотую руну. Габриэла решила прокатиться. Выбрела. Это последняя фотка. Мама, дай мне посмотреть рыбок. Я не знаю, каким цветом другую рыбку разукрашивать. Вот рыбка, которую я раскрасила. Смотри, золотая. Наконец-то пришли. Мама, я так устала. Но если ты долго не будешь здесь сидеть с шапкой в руках, а быстро разденешься, то у тебя минут 10 есть порисовать. Не, я сейчас быстро разденусь. Я пока помню, каким цветом рыбку разукрашивать. Я разукрашиваю вторую рыбку. Давай, раздевайся и разукрашивай. А я пока переоденусь к обеду. Ты не будешь переодеваться к обеду? Нет, я в костюме пойду. Ну, тебе легче. Давай, не тормози здесь. Все, Габриэла, я переоделась. Ты успела раскрасить свою рыбку? Да. Смотри, мам, похоже, как в аквариуме плавает. Ой, очень похоже, да. Оранжевый с черным. Классно у тебя получается.
Все, я готова кушать. Я тоже. Побежали в столовую. Все, выходим с Габриэлой на обед. На обед Габриэла будет есть суп с сухариками, фрукты на десерт, салатики, а я себе взяла жареную картошку с мясом. С Габриэлой нагулялись, покушали, теперь у нас тихий час. Глазки закрываются у меня. Тоже поэтому подремлю, чтобы было силы на вечер. Габриэла подремлет, чтобы не было капризов вечером, да, Габриэла? Давай, закрывай свои глазки. И немножко поспим. Часик поспим. И опять побежим куда-нибудь.